Мы решили создать дерзкий и одновременно романтичный образ. Особое внимание уделили линии бровей. Использовали преимущественно нейтральные оттенки, добавили несколько акцентов золотого цвета. В коллекции преобладают приглушенные тона, характерные для осенне-зимнего сезона, и мы решили, что макияж должен контрастировать с нарядами. Поэтому веки подчеркнули металлическими оттенками. Вот типичный пример. Нейтральные тона и небольшой золотой акцент, который объединяет контрастирующие принты. Как видите, пояс тоже отделан золотом. Образ получился цельным и сдержанным. Меня вдохновила зима, цвета, в которые природа окрашивается в начале этого сезона. Источник вдохновения отражается во всех образах. В волосах девушек изящные венки, изысканные наряды смотрятся непринужденно. Образы очень цельные. Платье я сочетаю с моделями одежды из твида, с жакетами в куриную лапку. Девушки словно позаимствовали их у мужей или бойфрендов. Благодаря такой детали образы становятся более расслабленными. В коллекции есть худи, но я шью их из непривычной для этой модели одежды ткани – махера. Как видите, худи гармонирует с осенними листьями на юбке. А в этом случае худи отлично сочетается с широкими брюками из твида. Во время показа будет звучать медленная музыка, спокойная, как сама природа. К лейтмотиву коллекции отсылают и украсившие подиум цветы. Образ вдохновлен лесом, природой. Привет, меня зовут Диана, вы смотрите телеканал World Fashion. На мне изящный свитер розового цвета. На талии, как видите, пояс, декорированный розовыми стразами. Рукава свитера украшены рюшами. Также на мне длинная юбка и жакет из такой же ткани. Образ очень удобный. Very comfortable. В женственном наряде я чувствую себя принцессой. Я выйду на подиум в блузке, юбке и пальто. Сегодня я выбрала романтичный наряд. Сандалии, цветы, открытая спина – все наводит на мысли об образе нимфы. Именно такая романтичность свойственна героине коллекции Луиза Беккария. Дизайнер воспевает воздушный, женственный, романтичный и в то же время сильный образ. На мне платье из новой коллекции Луиза Беккария. По-моему, оно олицетворяет абсолютную женственность, элегантность, хороший вкус и роскошь. Но в разумных пределах, без излишеств. Стиль Луиза Беккария максимально свободный, а это всегда актуально. Думаю, стиль Луиза Беккария весьма романтичен. Каждая новая коллекция демонстрирует, что дизайнер все лучше понимает потребности современных женщин, создавая, к примеру, такие вещи, как мое элегантное платье. Сапоги добавили образу драматичную нотку. Теперь мой наряд еще более актуальный и современный.
Все было безупречно. Каждое платье из новой коллекции так и хочется надеть. Наряды мечты. О таких платьях в стиле принцесс мы мечтали в детстве. В сочетании с жакетами они выглядят современно и роскошно. Я работала над саундтреком показа, выбирала песни, популярные в 70-е, а также классические композиции. Думаю, они соответствуют настроению коллекции. Я счастлива знакомству с Луизой. Думаю, наша встреча не случайна. Луиза Бекария восхитилась стеклянными цветами, которые я создаю. Сказала, какая красота, и решила дополнить образы из новой коллекции необычными коронами и венками из цветов. Заметьте, все цветы сделаны вручную из муранского стекла.